Всем привет, дорогие зрители нашего прекрасного нового шоу или концерта. В общем, неважно, под названием «Карантинник». Рад вас всех чувствовать. Не видеть, да, но чувствовать. Сегодня я буду разговаривать с вами. И будем петь наши песенки. Тебе тоже сообщение прислали? Да. Мне тоже сообщение прислали. Сообщение прислала съемочная группа. Здравствуйте, спасибо большое, что решили сняться в нашей любопытной авантюре в такое сложное время. Как вы знаете, мы снимаем камерный концерт у вас дома, который нужен для поддержки общества во время карантина. Мы делаем все возможное, чтобы съемки прошли безопасно, и мы могли гарантировать, что никто не заразится. Поэтому на съемке нас не будет. Ну вот, правильно. Будет только один человек в новом антивирусном костюме и полностью обработанный санитайзерами. Этот человек самостоятельно расставит несколько камер, чуть-чуть света и звуковую технику. Человек очень способный, но он всего один, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к нему с пониманием. Спасибо огромное. Ну что ж, я думаю, мы можем начинать. Хотелось бы начать с того, что очень классно петь для вас в уютной домашней обстановке. Да, мы сейчас находимся дома. Это наша студия. Это студия, где мы пишем все наши песни. И мы сейчас для вас начнем, наверное, с самой моей важной песни, самой главной песни в моей жизни. Она называется «Аллея». «Аллея». Вот. И хотелось бы, чтобы вы расселись все поудобнее, взяли попкорны в руки, там каких-нибудь круассанчиков, чаечков, вот, и насладились концертом, вот. Ну что, поехали. Друзья позвали к себе выдыхать. Все равно нечего терять. И что б я ни делал, она первая в списке моих мыслей. О, на небе облака, ты яркая луна, яркая луна. О, я. На небе облака, яркая луна, яркая. Все думаю о ней, о ней, нет никого мне родней, родней, родней. Она ярче огни, огни, огни. Те, что светят по ночам, по ночам. Среди старых аллей, аллей, гуляю, думаю о ней, о ней. И когда ты придешь ко мне, я тебя не отдам, никому не дам. Я все думаю о ней, о ней, нет никого мне родней, родней, родней. Она ярче огни, огни. Светит по ночам, среди старых аллей, аллей. Гуляю, думаю о ней, о ней. И когда ты придешь ко мне, я тебя не отдам, никому не дам. Спасибо большое, я слышу и чувствую ваши аплодисменты, ваши голоса, ваши крики. Друзья, спасибо большое. И, наверное, я сейчас перейду к блоку вопросов от вас, и я обещал вам пообщаться, я обещал, что у нас будет чат, и, наверное, после каждой песни я буду с вами разговаривать. Как там самоизоляция?
Работает? Ну, на самом деле, да, работает. Все пока что хорошо, слава богу. И надеюсь, что дальше тоже все будет хорошо, потому что все-таки ситуация не из легких. Вот. Нам всем нужно с вами пережить данный период нашей жизни. Вот. Поэтому просто подумайте о чем-нибудь хорошем. Послушайте приятную музыку, посмотрите. Экола добавила атмосферы. Посмотрите хороший фильм с участием прекрасных актеров. На самом деле, ребят, мы очень все артисты, вообще очень стараемся для вас. И я рад, что все-таки даже в такие времена мы можем поделиться с вами нашей музыкой. И даже на войне, знаете, люди пели, отдыхали, развлекались. Этого никто никогда у нас не отнимет. Вот. Сложно было переходить на такой режим. На самом деле, да, очень было сложно. У меня очень был плотный график, в котором я даже не мог, еле-еле умещал встречи с родителями, с семьей. Вот. Поэтому очень трудно было. Но все-таки человеческий организм, он очень гибкий, можно настроиться на любой лад, вот, поэтому все хорошо, все уже хорошо. А чем тогда занимаетесь во время карантина и как не сойти с ума от скуки? Но на самом деле это зависит только от вас. Да, я понимаю, что возможности у разных семей, разных людей разные, но все-таки можно, я считаю, что нужно начать с чего-то полезного. Мы всегда отдыхали от работы. Дом – это наш отдых. Мы ездили на работу, ездили на учебу, в школу, в университеты, на выступления и так далее. И приезжали домой, что делать? Отдыхать, просто расслабляться. И поэтому мы привыкли, что дома мы только сидим, расслабляемся, отдыхаем, спим, высыпаемся, смотрим какие-то телешоу любимые, развлекаемся. Наш мозг отдыхает, наше тело отдыхает. И я считаю, что в первое время мы, тот период отдыха мы уже прошли. Уже можно, уже нужно начинать с какой-то самореализации. Поехали дальше. Следующая песня называется «Love Your Voice». Это единственная песня, которую, припев которой на английском языке. Вот. Не знаю, почему я решил так сделать. Может, когда-нибудь в будущем напишу припев на своем родном азербайджанском языке, куплеты на русском, не знаю. Вот. Есть были такие идеи. Вот. Ну, а сейчас песни про ваши голоса. Love your voice. Расскажи мне, что отличает нас. Все в огне, твои глаза. Целый мир, как Нарния. Пропаду в них до темна. Ты посмотри на меня медленно. Буря, буря за окном не войдет в наш дом. Буря, буря за окном. Но я слышу твой голос, твой самый нежный голос меня спасет. My baby, I love. My baby, I love your voice. My baby, I love. On my lady, baby, I love. My baby, I love your voice. My baby, I love.
Короче, я понял. Мне нельзя трогать микрофон. Я трогаю микрофон и начинаю эмоционировать. My baby, I love you, boy. И все. И начинает кричать. Ничего страшного. Как бы концерт в домашних условиях, поэтому все нормально. Да не надо, я просто трогать не буду лучше. Все хорошо. Кстати, это Джозефина. Джозефина. Прекрасное имя, просто невероятное. Она мне это паспорт показывала, и я тоже не поверил сначала. Джонни и Джози. Джонни и Джози. Джо-джо. Вот. И вот мы сегодня с ней для вас музицируем. Мои дорогие зрители, сейчас ответим на ваши вопросы. Очень интересный вопрос. Как не скучать самим собой и вообще научиться кайфовать от одиночества? Я, как человек творческий, могу ответить на этот вопрос. Но этот вопрос достаточно индивидуальный. Потому что каждый человек по-своему находит вдохновение, по-своему находит какую-то музу и по-своему отдыхает, размышляет. Кто-то любит просто в кругу людей сесть где-нибудь в углу и поразмышлять. Кто-то любит просто в одиночестве. Кто-то... Вот я лично, я люблю гулять. Я просто выхожу на улицу и гуляю. Особенно, когда очень хорошая погода. Не знаю. Все-таки одиночество, конечно, это плохо, поэтому нужно стараться не быть одиноким. За период самоизоляции вы успели принять какие-то важные решения для будущего или понять что-то о прошлом? Но на самом деле, мне кажется, каждый из нас что-то успел сделать, какие-то выводы для себя. И, наверное, самый важный вывод, самое такое наболевшее, так сказать, это надо ценить то, что у нас есть, надо ценить то, что мы имеем, надо ценить близких, родных. Вот. И всегда быть рядом, всегда протягивать руку помощи, ведь иногда эта рука помощи понадобится и вам. Так, вот, вопрос был, если что-то в вашем прошлом можно было изменить, что бы вы изменили? Вот, друзья, надо стараться смотреть в будущее, не думать о прошлом, не думать о том, что было в прошлом, не жалеть. Вот, ну, это я говорю все исходя из своего опыта, вот, я не знаю... У каждого жизнь своя, и может, как... Ладно, не буду много говорить. Друзья, я хочу, чтобы вы просто мечтали, потому что я считаю, что это придает окрас очень большой нашей жизни. И с помощью наших мечт, мы с детства, с самого просто детства, все всегда о чем-то мечтаем. Их не бывает, мечт бывает много. И нужно всегда их превращать в цели и реализовывать. Вот, поэтому песня «Звезда» про мою мечту сорвать звезду и подарить ее вам. Поехали. Ты... Ты словно сонная материя, ты словно звезда видения.
не оставляешь ты сомнения, что скоро будешь не моя. Так мало радовал я тебя, так мало задал, как дела. Я так хотел яркое будущее, чтобы забыл о настоящем. Это моя беда, но что хотел. Все. Я не писать. Потом сразу. Вот, учитесь у нас, смотрите. Мы против коронавируса. Поедем дальше. Так как у нас песни, так как мои песни все о любви, и они очень грустненькие, то попрошу Джозефину перейти на грустную, да? Так. Еще больше подборок. Давай без тебя и не я. Без тебя нет. Наша совместная песня с моими братьями Хамалинова и... ребята, передаем огромный привет. На самом деле, это моя пятая песня после «Аллей». Я выпустил «Без тебя не я». Мы сделали фит с Хамалинова и... И я никогда не забуду их поддержку. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы появились в моей жизни, за ту атмосферу, которую вы даете своим друзьям, своим близким и вашим своим слушателям. Вот, вы просто невероятные энергетики, люди. Вот, и я очень счастлив тому, что мы знакомы, и то, что мы сделали с вами такую прекрасную песню под названием «Без тебя и не я». Я надеюсь, это наша не последняя работа. Вот, ну что ж, поехали. Без тебя, родная, я не я, ты моя мания,
лететь на небеса. Я все построю сам по белым парусам. И мне не нужно много слов, слов. Ты просто будь со мной. Сотни сомнений, хватит одной причины поверить. Тебе говорили за меня, конечно, заменил ты, в это поверишь. Как ты терпишь меня, чтобы терпеть, меня надо любить. Как ты терпишь меня, сколько причин, чтобы любить так сильно. Мы построили с тобой вот наш мир, наш мир. Как же мы друг друга с тобою нашли. Доверься мне, родная. Пошли, ведь от этого мир насташнее. Без тебя, родная, не я. Ты моя мания, ты аномалия. С тобой хочу видеть на небесах. Я все устрою сам по белым парусам. И мне не нужно много слов, я слов. Ты просто будь со мной, и все, и все. Спасибо большое. Так, телефон не выпадает у меня с рук, но это все потому, что я хочу быть ближе к вам и чуть-чуть пообщаться с вами. Вот, следующий вопрос. А если вспомнить самый счастливый и трогательный момент из вашей жизни, что это было и когда? Ни для кого нет секрет, что у меня большая семья. У меня есть только старший брат, родной, мама с папой, но у мамы много братьев, сестер, и у папы тоже. И наши бабушки, матери, героини. Вот. И однажды мы сидели в деревне, просто всей семьей. Там были абсолютно все. Там были все мои двоюродные братья, сестры. Там были просто все люди, которые одной крови. И это был самый счастливый день в жизни. Правда, я был маленьким. Но я как вчера помню этот день. И к сожалению, через какое-то время много чего изменилось. Кто-то переехал. Вот мы, например, переехали в Москву. Кто-то еще куда-то переехал. Женились, свадьбы, жизнь. В общем, ну, конечно, стараемся тоже в Баку часто видеться с семьей. Вот. Это был классный день. Мы сидели просто в деревне. Мы делали все. Мы играли в мячик, мы бегали с собачками, мы делали шашлыки, кушали, общались. Я не знаю, что еще нужно для счастья. Следующая песня. Очень трогательный вопрос, меня растрогал. Еще Жозефина опять свои грустные песенки тут играет. Я хочу перейти к этому. Интересно, как бы я ответила на этот вопрос, если бы ты играла так? Друзья, песня «Комета». Я ее написал, хочу немного про нее рассказать, я ее написал в Москве.
Написал ее на смотровой площадке у МГУ и просто наслаждался видом Москвы и смотрел на небо и как-то представил, что летит комета. Что-то как-то, не знаю, меня понесло, и, в общем, родился такой текст. Идея с Пушкиным у меня была давно, я ее хотел реализовать, но никак не мог прочувствовать песню в словах Пушкина. Вот. Но в какой-то момент я понял то, что это комета. Вот. И я рад, что многие оценили это с правильной подачей, потому что я везде пишу то, что это Пушкин, и везде об этом, ну, как бы всем известно. Я просто хотел культуру массы, и я как-то выложил кусочек этого стихотворения в историю, и мне начали писать, это строчки из новой песни, как красиво и так далее. Я понял то, что нужно как-то поспособствовать тому, чтобы растущее поколение знали наших великих поэтов. Вот. Комета, друзья. Без тебя не так, лечу к тебе словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя, я. Ведь без тебя ты ко мне так, ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето, ведь ты моя, ведь ты моя. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Будем гонить в игру, вихри снежные крутя, то как зира назову, то заплачет как дитя. И если ты найдешь на вине, останови это мучение. В тот миг, когда я потерял тебя, там вдали падала луна. Падала луна, да. Все без тебя не так, лечу к тебе словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя дико мне, да. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето, ведь ты моя, ведь ты моя. Все без тебя не так, лечу к тебе словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Без тебя не так, без тебя все не так, все не. Есть такое, за что вам до сих пор стыдно? Да есть, конечно. Есть, но так не вспомнишь. В детстве, на самом деле, много чего было такого, что, за что мне было стыдно. Но я стараюсь как-то никого не обижать и как-то стараться сам ни на кого не обижаться. И все воспринимаю как бы позитивно. И смотрю на мир как-то, не знаю, попроще. Поэтому
Я знаю, что если я сделаю что-то, допустим, какой-то поступок, это будет для меня стыдно, то я лучше не буду ее делать. А, друзья, следующая песня. Эта песня написана... Я ее написал, вдохновившись чужой историей. Вот. Но я это все чувствовал на себе. Поэтому я смог как-то... Я попытался просто через себя это все пронести, всю песню. И вот она у меня как-то вот так вот получилась. Надеюсь, вам понравится. Это песня Лали в акустической версии. Поздно, ты меня пойми, я в этот час возле твоего дома жду тебя снова. Вернись ко мне, ты моя Лали, Лали, нежимая Лали, Лали, нежимая Лали, Лали. Мы же с тобой вместе летали, сутками, ночами пропадали. Ты же моя Лали, Лали, неземная Лали, Лали. Мы с тобой преграды не знали, мы две стороны одной медали. Снять в конце. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята, за то, что вы с нами, за то, что вы слушаете наш концерт. И я хочу перейти к вопросам, потому что я обещал после каждой песни отвечать на ваши вопросы. У нас классно у нас получилось, да, и концерт, и песни попели, и поем, точнее, и общаемся. Вот. Спасибо за такие возможности нашим редакторам и съемочной площадке. Вот, значит, следующий вопрос. А есть вопросы не про коронавирус, пожалуйста? Так, ребята, как не скучать с самим собой? Так, я на это отвечал уже, так. Так, вот, если бы что-то в вашем прошлом можно было бы изменить, что бы вы изменили? На самом деле, я... Опять же, я не из тех людей, которые жалеют о чем-то. Я всегда думал, что я принимаю правильное решение на тот или иной случай. Потому что
где-то я был помоложе, я думал то, что я правильно поступаю, и это правильно, и я хочу так сделать. Да, может, это ошибка, но об этом я узнаю в будущем. И хорошо, что я об этом узнаю, потому что я сделаю какие-то выводы, и я научусь хотя бы как минимум на своих ошибках. Вот, и поэтому менять что-то в прошлом, это неправильно, и это, наверное, Богу даже обидно будет за это, потому что все-таки я считаю, что... Наши судьбы уже как-то распределены, но все-таки все зависит от нас самих. Так, друзья, спасибо, что были с нами. Я надеюсь, вам понравился этот карантинник, квартирник. Моя задача была просто, честно, больше пообщаться с вами, больше рассказать что-то. Вот, и я всегда рад вам спеть свои песни. И спасибо за возможности, которые предоставила нам съемочная группа. Вот. На прощание хочу вам сказать, чтобы вы все были аккуратны. Ни в коем случае не паникуйте. Все будет хорошо. Оставайтесь рядом с близкими. Вот. И стройте планы на будущее. Мечтайте. Самореализовывайтесь. Вот. И песня на прощание называется «Ты меня принял». Ты меня рано принял, я рядом, поли меня взглядом, мани меня. На балконе на луну смотрю, протяни мне руку, я тебе спою. Ты меня рядом принял, я рядом, поли меня взглядом, мани меня. На балконе на луну смотрю, протяни мне руку, я тебе спою. К тебе так долго шел, сквозь бури, тени, метели, на сердце от раны шел. Моя цена за то, что я тебя нашел. Блуждал я вечность в забвении, застал небес я предельнее. С тобой рай я познаю, знаю. Мне, чтоб мне говорил, я как звезда твоя, прям из запада легкий зноб, это не беда, когда рядом я, так и ты признай. Вместе разом и навсегда, но я все сразу так осознал. Я все сразу осознал. Всем спасибо, дорогие друзья, спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы есть, спасибо, что вы с нами, и всем хороших выходных.